Итак, здравствуйте, дорогие интернет-зрители, с вами снова Скудера, значит, это 12-я серия моего прохождения Gran Turismo с первой PlayStation. В прошлой серии мы с вами наконец-таки смогли одолеть все чемпионаты лицензии B, добить, это полноприводный и малолитражек, тоже не без проблем. Но тем было интереснее. Ну и все это было подготовкой к самым настоящим испытаниям. Сегодня мы пройдем самый скоростной чемпионат в первой части Gran Turismo. Мега спид, мега скорость. Самые мощные, самые быстрые машины именно здесь. И для этого мы с вами отправимся сейчас в магазин за покупкой товара, за покупкой новой машины. Я решил, что мы не будем прокачивать свои машины, а возьмем новую машину, дабы больше машин охватить, тех, которые вообще здесь существуют. Так, возьмем мы, наверное, вот эту вот GTO, подержанную 92 года, в таком вот красном цвете. Говорил я, что не люблю его, но все-таки хорошо подходит как бы для скоростных гоночных аппаратов именно красный цвет. Вот, так что покупаем. Ну и сразу нам надо потратить деньги, скорее всего, не хватит, чтобы полностью прокачать ее. Но главное нам добавить ей мощности, потому что здесь нужна скорость, скорость, мощность и еще раз мощность. Так, что нам надо? Нам надо еще покрышки, самые мягкие гоночные, дабы она у нас держала дорогу хорошо. Здесь не так важна поворачиваемость или какая-то устойчивость на трассе, конечно, тоже важна, но гораздо меньше, чем на других чемпионатах, на других трассах. Ну, потому что трассы здесь очень скоростные. Здесь самое главное – это максимальная скорость. Так, и вот нам хватило немножечко ее облегчить. Ну и все, вот мы почти что банкроты. Ну, не откладывая в долгий ящик, приступим к нашему суперскоростному чемпионату. Вот, как видите, здесь три трассы, ну, по сути, две. Это High Speed Ring и Test Course, ну и он же High Speed Ring в обратку. Как я говорил, чемпионат очень быстрый и в смысле, он отнимает мало времени, на его прохождение нужно мало времени, и здесь дают очень неплохие призовые, поэтому на нем очень удобно фармить деньги. Вот смотрите, участники, то есть прокачав нашу ГТОшку, мы имеем 754 лошадиные силы, но все равно мы уступаем. Здесь являются в этом чемпионате лидерами вот как раз R33 Skyline и GTO Twin Turbo. Видите, у них почти на 300 лошадей больше. У нас дефицит в 300 лошадей, при том, что мы очень и очень тяжелые. Давайте попробуем проехать квалификацию, хотя я думаю, не удастся взять пол. Машина очень мощная, но даже для этого чемпионата это еще маловато. Нам, я думаю, придется проехать этот чемпионат сразу, ну, как минимум два раза подряд. Ну, благо он занимает, как я уже говорил, мало времени, дабы нам... Ну, я не уверен даже, что получится выиграть его с первой попытки, но даже если мы его выиграем, следующий чемпионат, нам для него нужна дорогая очень машина. Это у нас будет чемпионат Normal для стоковых машин. Это
это тоже очень сложный чемпионат. Вот, и его лучше всего проходить на вайпере. Я думаю, мы с вами возьмем американский muscle car. И вот надо будет на этом чемпионате как раз нам с вами подзаработать денежек. Очень я сейчас поговорить хочу немножко о Формуле 1. Вот буквально 15 минут назад закончилась гонка в Монце. Это храм скорости. Это, по сути, ну не единственная, а вторая скоростная трасса в чемпионате. По сути, их осталось всего две. Это СПА предыдущая и вот гонка в Монце. Очень эмоциональный этап был. Все его ждали, потому что, как я уже тоже говорил, ну и те, кто следят за гонками Формулы 1, тоже знают, что в Бельгии был неприятный инцидент между пилотами Мерседеса. Ну и все ждали с нетерпением продолжения этой схватки в Монце. Но, в принципе, схватки как таковой между Мерседесами не получилось, потому что они, как обычно, завоевали первые... Ох, вы посмотрите, что творится. Чуть не улетели за забор. Завоевали они, в общем, два первых места в квалификации, но в гонке Льюис Хэмилтон, который был на поуле, старт-то провалил. И пришлось ему долго прорываться, но в итоге он выбрался все-таки на второе место. Ну и стал догонять Ника. Но в тот момент, когда между ними уже оставалось менее секунды, Росберг допустил ошибку, видимо, перенервничав. Как-то нервы сдали, в общем. Ну и пропустил он без боя Хэмилтона. Ну, в общем, в итоге так они и финишировали первым и вторым. Хэмилтон выиграл гонку, вернул чемпионат интригу, потому что... Ну, разрыв очковый между ними был уже довольно большой, но ничего страшного, борьба продолжается, ничего еще не закончено. Впереди у нас еще, так, это был 13-й, впереди 6 этапов и еще далеко ничего не решено. Ну, плюс, конечно, было классно, что Масса впервые на подиум попал в этом сезоне. Боттас, провалив тоже старт, что-то прям признанные лидеры у нас на этом гран-при провалили старт. И, ну, тем лучше, они делали шоу, прорывались из глубины, и Боттас тоже за пределами десятки все-таки вырвался на 4-е место. Тоже молодец, красавчик. Вот. Так, немного прервусь. Тем временем мы вот первую гонку финишировали лишь на 4-м месте. Всего лишь 2000. Так, ну что же, впереди самая скоростная трасса. Вот видите, как у нас получается, что в Формуле 1 прошла гонка на самой скоростной трассе в сезоне. И у нас с вами самый мощный, самый скоростной чемпионат, который мы сейчас проходим. Мега спид. Ну, в общем, тем временем у нас квалификация на тест-курсе. Посмотрим, может быть, тут получится взять пол. Хотя я тоже сомневаюсь. Все-таки ГТО-ха еще слабовато, слабовато. Вот. Ну, а что касается Гран-при Италии, то под конец, так скажем, в конечной фазе гонки Рикьярдо очень меня удивил. Молодец, всю гонку ехал в тени, где-то там на грани десятки, и просто за последние, ну сколько там, 10, наверное, 12 кругов просто прошил пол пелетона и вышел на 5-е место, обогнав опять-таки Феттеля, хотя всю гонку он ехал намного впереди, наш 4-кратный чемпион-то мира. Но Денчик и здесь смог его превзойти, так что, конечно, тоже молодец, громит своего именитого партнера по команде просто на раз.
Нет, вот видите, все равно шестой. Не получилось тоже взять пол. В общем, гонка в Италии мне очень понравилась. Квят, надо отметить тоже, что в квалификации он занял на самом деле 11 место, но стартовать ему пришлось в этой гонке 21-м. А все почему? Все потому, что он первый среди всех пилотов, кому поставили уже шестой агрегат силовой. А, то есть в этом же сезоне правила позволяют только 5 на сезон силовых установок, вот, ну а у него уже шестая, и поэтому на старте его наказали потерей 10 мест. Ну что ты творишь, вот взял и подрезал меня, чертов Skyline. Ха. Так, ну и в общем, стартуя 21-м, Даня прорвался к концу гонки на 11 место, и на предпоследнем круге он был, ну, буквально там в нескольких, да даже не секундах, а десятых уже от Кими Райконена. Соответственно, вот первой десятки догонял его. Под конец гонки у него был очень хороший темп, но, судя по всему, произошли у него технические проблемы. У него, ну, либо отказали тормоза, либо совсем стали плохо себя вести, и, в общем, он едва-едва вообще не вылетел в первом повороте. То есть он там на громадной скорости пролетел, увернулся от впереди идущих машин, как раз Райконена, Баттон там был, в общем, Перес, ну, целая группа пилотов. Он его занесло, он отловил машину, поймал ее и проехал, в общем, первую шикану насквозь. Но потом темп-то потерял. То есть последний круг он ехал гораздо медленнее, и не удалось ему уже отыграть мест. Но все равно классную, очень боевитую гонку провел. Наверное, лучшую в сезоне, пусть без очков, но этот прорыв дорогого стоит. Можете мне поверить на слово. Следят в Формуле 1 не специалисты, и команды за всеми выступлениями, и даже тот факт, что он не набрал очков, не попал в десятку, я думаю, все отметят очень высоко его выступление в этой гонке. Очень он классно проехал. Так, ну тем временем на тест-курсе-то мы тоже хорошо выступили и выиграли. Сравнялись по очкам с ГТОшкой. И ничего еще не ясно. Впереди последняя гонка, и у нас равенство очков. Ну, квалификацию опять же еду больше, наверное, для того, чтобы немножко привыкнуть к машине, к трассе. Вот что. На таких мощных агрегатах мы еще с вами не ездили. Но пол, я еще раз говорю, завоевать не получится. В любом случае. Да, видно, что очень тяжело разгоняется, несмотря на такую мощность. Проблемы и с большим весом, и ходовая часть, конечно, у нас еще не прокачана. Грубо говоря, у нас поставлена лишь только турбина, и все. А все остальное еще стоит стоковое. Отсюда и все эти проблемы. Очень не хватает шестой скорости, конечно, нашей. Ох ты! Я очень удивлен. Второе место. Ну, неплохо, неплохо. Хотя любое место, кроме первого, денег не дает. Но тем, в принципе, проще будет. Сейчас, может быть, удастся. Хотя Skyline на старте опередить — это практически невыполнимая задача. Это, кстати, вот впереди слева машина Skyline Nissan. Это самая быстрая по разгону машина первой части Гран-туризма. И соревноваться с ним на старте — это утопия. Так, это вот наш более мощный
более прокачанный напарничек тоже на ГТОхе. Только это ГТО 95 года. У нас более старая модель. Еще, как это называется, слепая. С открывающимися фарами. Ай-яй-яй-яй. Ну, совсем она на третьей не хочет разгоняться. Очень тяжко. Да-да-да-да-да. Но ГТОха сейчас даже пока позади NSX. Самое главное нам не пропустить ее. Но она очень близко. И обошла. Ну так, мы будем сражаться до последнего. Может быть, не очень честно, но тем не менее выиграть чемпионат хочется. И получить крупные призовые. Вот так вот. Эх, не удалось оставить его позади. Ну, давай. Эх, нет, все-таки он вышел вперед. Или нет? Ну, как думаете, удастся нам одержать победу? Так, ну, последний скоростной поворот и выход напрямую. Skyline против GTO. И да, победа. Если честно, я и сам не ожидал. Ух. Да, напряженная гонка была. Прям как и в Формуле 1. У меня на самом деле адреналин еще из крови не вышел, так скажем, после гонки в Италии. Я говорю, посмотрел прямой эфир, вот буквально он закончился. Уже полчаса назад, получается. Сама гонка. Эфир-то, конечно, закончился минут 15 назад. Подиум тоже был эмоциональный. Масса уже долгое время выступал за Феррари. А в гонке Алонсо сошел. Ну, естественно, Италия вся болеет за Феррари. Тифози, болельщики, все те, кто на трибунах, им не важно, кто там борется за чемпионат, они всегда болеют за Феррари. Ну а Масса, он долгое время же выступал за эту команду, за красных, ну и боролся даже за титул в 2008. И вот первый подиум его в сезоне, тоже было очень эмоционально. Так, смотрим, что нам дали за машину. Ага, Toyota Soarer. Ну, так как нам нужны деньги позарез, мы ее все-таки продадим. Хотя машина неплохая, в общем-то. Так, продаем. И у нас есть 77 тысяч, которые мы потратим на прокачку нашей ГТОхи. Потому что нас не устраивает то, как сейчас едет наш агрегат. Так, ну что, надо, конечно же, самое главное, это добавить еще нам мощности. Вот. 800. Больше 800 лошадей. Так, не помню, радиатор я ставил. Нет. Ага, отлично. Уже под 900 лошадей, по-моему. Всего у нее 938 лошадей, если мне не изменяет память. Так, надо очень срочно прямо нам ставить гоночную коробку передач, потому что, ага, наш агрегат не выдаст всего, на что он способен без коробки гоночной. Так, кардан. А вот сцепление я ставить не буду, потому что, в общем, если на нее ставить сцепление, не знаю, что это, баг ли это в игре, либо действительно это так. Если купить сцепление на нее, то она будет хуже гораздо разгоняться, чем со стоковым сцеплением. Вот, поэтому я не знаю, в чем причина этого. Но я это заметил, я тестил, отключал сцепление и включал его вновь, и машина буквально
Не хотела разгоняться. Так, а стадию 3 сразу можно взять? Ага, нет, по порядку. Так, ну вот, сейчас-то она порезвее должна быть, конечно. Так, резину мы брали. Немножко денег осталось. Тормоза, тормоза. Так, тормоза. И регулятор баланса. Так, ну и вот практически все куплено. Так, а, у нас осталось что-то в двигателе. Так, компьютер 2000. Угу, берем. Практически 900 лошадей имеем. Так, ну это уже очень серьезно, конечно. Это уже очень серьезно. Так, осталось отшлифовать и отбалансировать наш движок, но денег уже, к сожалению, нету. Так, ну, как я уже говорил, проедем еще раз. Благо, я говорю, чемпионат очень быстро проходится. Очень скоростной, быстрый. Мега спид. Мега деньги здесь. По соотношению время и деньги, это, конечно, наилучший вариант. Так, смотрим. Ну вот, картина уже гораздо лучше. То есть вес у нас сейчас точно такой же, как у нашего брата ГТОшного. Так, ну а так-то мы самые тяжелые все равно. Ну, ничего страшного. Так, проедемся-ка мы квалификацию. Сейчас, я думаю, пол нам по силам взять. Конечно, гораздо лучше он разгоняться стал. В разы. Помню, когда мы играли в эту игру в детстве, у меня было несколько журналов. Я, если честно, уже не помню, как они назывались, но это не страна игр была и не игромания, что тогда их еще, по-моему, даже и не было. Вот, это что-то было то ли Official PlayStation, то ли Video Games. Ну и, в общем, этот журнал, интернетов, конечно, тогда никаких не было, и журналы эти либо покупались в магазине, либо... так, вы посмотрите, 72 тысячных от Skyline, это какой-то кошмар. Ну и, в общем, ладно, продолжим. И в этом журнале, в общем, был конкурс, и вот именно на этой трассе нужно было, ну, естественно, в первой части Гран-туризма, нужно было проехать, ну, на любой машине, но на как можно более, естественно, прокачанное, ограничений по машинам не было. Нужно было проехать наилучший круг и сфотографировать экран телевизора, тогда получается, с результатом вашим, получается, в заезде. Не помню, по-моему, можно было, ну, неважно даже было где, то есть в гонке, либо на практике где-то, в тестах, можно было результат показать, то есть было неважно. Главное, наилучший результат показать. И по итогам конкурса там разыгрывались призы, ну, PlayStation, по-моему, за первое место, за второе там какие-то игры, за третье... или за второе руль, по-моему, давали, а за третье что-то, по-моему, игру Гран-туризма. Хотя это мне еще тогда показалось странным, потому что если ты уже в этом конкурсе участвуешь, ну, значит, у тебя, видимо, уже есть копия игры, и зачем тебе еще одна? Так вот, ну и мы с другом, ну, с Лехой... Нет, мы не участвовали в этом конкурсе, мы просто... тоже
старались показать время наилучшее. Я не помню, какое время было выигрышным. По-моему, 42, что ли, секунды. Ну, в общем, очень быстро. Вот. Ну и там тоже было неважно, как ты едешь. То есть можно было использовать стенки, ну, так сказать, облокачиваться об них, пролетать повороты, не тормозя. В общем, самое главное было показать время как можно более лучшее. Ну и мы с Лехой, по-моему, здесь довели наш тогда рекорд. Что-то, ну, до 45, по-моему, секунд. В общем, если рекорд круга здесь был 42 секунды, то у нас мы от него отстали где-то на 2-3 секунды. От лидера, от того, кто в итоге выиграл, занял первое место. Поэтому вот, по-моему, 42 секунды было время выигрышное. Ну, у нас, значит, где-то было секунд 45, наверное. Опять же, насколько я помню, то есть я могу что-то путать. Все-таки прошло уже немало лет с тех пор. Вот, так что конкурсы тогда вот проводились таким вот дедовским способом. То есть нужно было фотографировать экран телевизора, отсылать письмо. Письмо обычное, то есть по обычной почте, никаких e-mail'ов. Никакого интернета. Вот. Ну и, естественно, проведение конкурса давалось больше времени. Не несколько дней, а, наверное, целый месяц. Вот. Так, вот, тем временем появилась шестая передача у нашей ГТОхи. Ух, 380, ну, 390 будет. Эх, нет. 389. Тут, кстати говоря, Гран Туризма я не показывал, но тут есть такой тест. То есть любую машину можно протестировать на разгон 400-метровый вот на этой же трассе. Только есть там, ну, как бы отдельный пункт меню теста. И можно на максимальную скорость, опять же, на этой же трассе. Наконец-то. Наконец-то долгожданный пол. Ребята, теперь точно мы можем. Вот здесь так интересно написано. Поле позиция. Переводчики немножечко облажались. Так, ну что же, стартуем. Вот, ну и также я помню, мы здесь в первой части с Лехой прокачивали, ну, брали самые мощные машины в игре. Вот видите, как Skyline ходит просто в точку на старте. Вот GTO-ха тоже быстро разгоняется, но даже быстрее, чем мы. Немножко вот это вот зеленое. Но у Skyline одна из проблем. Видите, у него максимальной скорости нет совершенно. То есть он на первой и третьей частях, трассах он неудержим. Но здесь на тест-курсе он приходит, ну, в общем, с трудом, пятым, по-моему, там приходит. Вот, ну, в зависимости от того, конечно, какие машины еще едут. Так вот, мы с Лехой брали самые мощные машины. Здесь их несколько есть машин, у которых мощность превышает 900 лошадиных сил. Ну и пытались их, ну, как-то прокачать, настроить, и чтобы они выдали максимальную скорость. Я помню, у нас больше, быстрее всех тогда мы настроили и прокачали Супру РЗ 95 года. И она у нас выдала по тем временам, ну, мы просто, мы реально как сумасшедшие, когда она все-таки разогналась у нас до такой скорости. Скорость была 425 км в час. Мы там орали, плясали тут вокруг телевизора, там, в общем, дикие танцы там были, пляски с бубном. Вот, да, 425 км в час здесь вот на этой трассе тест-курс у нас выдала Супра РЗ. Вот. Ну и в то же время примерно мы, участвуя вот именно в этом чемпионате Мега, в котором сейчас едем мы, вот тоже, кстати, на вот этой ГТОхе 92 года, мы
Иногда получалось у нас ее разогнать вот до 400 с лишним километров в час. Сейчас, видите, у нас ни разу не получилось достичь этой магической цифры. Но мы тогда думали, что эта машина, ну, какой-то в ней есть типа потенциал скрытый. Мы это называли, что ГТОХа, в общем, втупляет и разгоняется, ну, свыше, чем обычно. То есть иногда она ехала у нас почему-то свыше 400 километров в час. И долго мы не могли понять, да, собственно, так и тогда и не поняли, почему она у нас иногда ехала быстрее, чем обычно. Спустя много-много времени уже я потом понял, что это, оказывается, работал эффект слипстрима. Не могли мы понять, что ГТОХа у нас, как мы это назвали, втупляет только когда мы едем позади каких-то машин. Вот, если же ты лидируешь, никаких 400 она у нас ни разу не набирала. Но тогда мы не знали, что есть такое вообще в играх понятие, вообще этот эффект слипстрима, воздушного мешка. И вот так вот мы ждали, ждали каждый раз, что вот сейчас же, сейчас она точно у нас поедет. Но она у нас ехала свои нормативные профсоюзные 390 и больше не хотела ехать. Только в тех случаях, когда мы что-то на старте у нас не получалось, и нам приходилось продираться сквозь пелетон, вот тогда она у нас не могла показать свыше 400 км в час, но как-то мы не могли две эти вещи сопоставить. Так, ага. Ну, два из трех пола есть. 5000 за каждый, ну, 10 тысяч, я думаю, нам сейчас не лишние. Вот, как я уже говорил в каком-то из видео, вот квалификацию я езжу только здесь, только на этом чемпионате. Потому что здесь за пол дают довольно много денег. Ну и, в общем, обычно его едешь, когда именно нужны деньги. Проехать один кружочек по одной из этих трех трасс — это немного времени, а лишние 15 тысяч, ну, это если при условии, что все три пола взять, они, конечно, не помешают. Так, ну тем временем, смотрите, мы ГТОху-то нашу прокачали, и проблем теперь у нас особых нету. Даже немножко скучно стало ехать, да? Предыдущий-то раз какой напряженный был. Борьба до самого финиша была. Практически колесо в колесо со скайлайном. А сейчас мы легко уехали от него. И ничего он не может противопоставить нашей мощности. Мне очень нравится вот эта модель ГТОшки в гоночной модификации. Она так, ну, классно выглядит, в общем, в меру агрессивно и с обвесами, в общем, в раскраске, в такой интересной, со спонсорскими наклейками, в общем, ну, мне нравится, классно выглядит. И вот как раз вот эта вот модель ГТО, вот именно, кстати, вот в этом же цвете. Это была одна из первых машин, по-моему, даже первая, которую я увидел в реальности вообще, вот из Гран-туризма. Ну, я уже тоже где-то говорил, что очень у меня был большой восторг по этому поводу. Долго разглядывали ее, вокруг нее ходили там. Это тоже было, как раз мы с другом ее увидели. Вот. Тоже она так стояла, красной. Так мы, правда, в тот момент и не услышали звук ее мотора, как она в действии, так сказать, себя проявляет, но даже стоя на месте, она произвела неизгладимое впечатление на нас своим видом только одним. И своим спидометром, на котором, кстати, по-моему, 280 километров в час было. А может, даже 320.
Так, тем временем второй раз мы выиграли чемпионат. Практически максимум денег у нас. Теперь сейчас еще продадим машину, которую нам дали на 5 СОРР. Вторая машина. Ох, какой цвет-то классный. Прям жалко аж продавать. Ну ничего. Заработать мы его можем в любой момент. Так, а вторую машину, которую здесь дают в этом чемпионате, это Aston Martin DB7. Но он мне не очень нравится. Так, давайте посмотрим, у нас 100 тысяч, хватит ли нам на Viper. Как я уже говорил, нам он понадобится в следующем чемпионате. Так, вот этот вот Viperuga RT10. В двух раскрасках. Вот его мы возьмем для прохождения чемпионата Normal стоковых машин. Тоже будет весьма длинный, непростой чемпионат. 5 трасс, все в обратку. Ну и деньги здесь уже очень серьезные. Вот, правда, не факт, что получится выиграть на каждой гонке. Чемпионат, еще раз повторюсь, уже очень серьезный. Вот, так что нам с вами осталось, в принципе, 5 чемпионатов здесь и последний завершающий чемпионат, как я уже говорил. Вот, мировой кубок, чемпионат мира гран-туризма. Вот, так что мы потихоньку близимся к завершению. Так, сейчас. Вот, кстати, тест машин. Здесь вот можно на 400 метров, то бишь на разгон проверить машину, на 1000 метров. А, да, есть еще на 1000 метров разгон и тест на максимальную скорость. Вот. Кстати, а давайте-ка проедемся 400-метровый. Ага, мы продали машину. У нас ни одна не выбрана. Вот давайте возьмем нашу ГТО. И потом мы нашу ГТОшку сравним на разгоне со Skyline. Я об этом тоже уже говорил. Skyline нам понадобится. Тоже нам его придется прокачивать. Вот, и это две самых быстрых машины по разгону в этой части. И мы их потом сравним. Сейчас мы запишем наш тест на ГТОшке 400-метровый. И потом, когда Skyline прокачаем, проедемся здесь же на Skyline. Так, ну и так, вперед, давай, ГТО. Вот, за сколько она сотню набрала? По-моему, там что-то секунды за 3. Так, и вот 400-метровку мы одолели за 9 секунд. То есть, вот, пожалуйста, дрэговские соревнования. Там, правда, не 400, а, по-моему, 402 или 408 метров. Ну, считается, если машина выезжает из 10 секунд, то это очень быстрая машина. Так что 9,3 это вполне достойный результат, я считаю. Так, ну, подпишемся, дабы увековечить. Так. Записать повтор? Нет, не надо. Ну, по-моему, рекорд этот запишется. Да, вот первое место пока и единственное. Так, ну вот такие еще фишечки тут есть небольшие. То есть можно тестировать машины, брать, выбирать, сравнивать. И есть именно вот такие вот параметры. Также еще тут есть такая смешная, можно сказать, фишка, но довольно-таки интересное добавление. Здесь можно мыть машину. Вот. Ну, сейчас она у нас после двух гонок, после двух чемпионатов еще не загрязнилась, но все равно можно помыть, блестеть она станет чуть-чуть больше. Да, вот видите, чуть ярче стали отражения. Вот теперь мы помыли нашу машину. Ну, такая фишка, она с первой части есть и до сих пор даже в шестой осталась. Так, ну что же, запишемся. Я думаю, закончим мы на этом
данную серию. Прошли мы с вами самый скоростной чемпионат, который есть в первой части Гран-туризма. Прошли дважды, заработали денег на следующую машину. Ну, я думаю, займемся покупкой ее тоже в следующей серии. Это будет Viper RT10. И займемся мы чемпионатом Normal. Уже очень серьезным. 5 трасс. Там, по-моему, по 5 кругов. В общем, следующая серия будет, я думаю, все-таки одной серии выложу. Тоже она будет длинной, но ничего страшного. Чтобы, так сказать, не прерывать удовольствие от просмотра. Вот, будет она одной серии выложена. Ну а сейчас давайте прощаться. Всем спасибо за то, что смотрели. Комментируйте, подписывайтесь обязательно, потому что прохождение Гран-туризма первого все-таки подходит к концу. И не за горами начало прохождения второй части. Так что дальше будет только интересней. Ну, с вами был Скудер. Всем пока-пока. Увидимся в следующей серии.